Заповедники дикой природы во Флориде наблюдали редкое явление. Рысь разрушила гнездо бирманского питона, а затем принялась с ним сражаться. Это произошло на территории заказника Big Cypress. На территории заповедника дикой природы Big Cypress во Флориде скрытая камера засняла крайне необычное явление. Рысь нашла гнездо из 42 яиц питона и решила нарушить его покой. Сначала хищница бродила вокруг гнезда, а затем пыталась кусать яйца и топтала их. На следующий день рысь вернулась и принялась закапывать гнездо ветками. Большая кошка все продолжала приходить к гнезду, и на третий день она обнаружила на нем саму самку питона. Кошка попыталась бороться со змеей, но та дала ей отпор, и рысь скрылась. Позже той же ночью кошка вернулась и стащила из гнезда яйцо и унесла его во рту в неизвестное место. Через несколько дней после нападения биологи изучили гнездо и обнаружили, что все яйца были разрушены. Обычно рыси охотятся за птицами, мелкими, средними млекопитающими и рептилиями. Однако они крайне редко едят гнездовые яйца, поэтому этот случай почти уникален. При этом особи бирманских питонов обычно не защищают свои гнезда.